Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в ходе рабочей поездки в Цулькубасский район ознакомился со строительством подземной дороги в селе Шакпак-Баба, относящейся к международному автобану Западной Европы, Западный Китай. Затем Дархану Сатыбалды презентовали состояние Цулькубасской районной детско-юношеской спортивной школы номер 3. Общая стоимость проекта – 8,5 миллиарда тенге. В него входит и строительство 40 километров автодороги между селами Жаскешу и Шакпак. Длина тоннеля – 840 метров, ширина – 13. Строительство ведется несколько лет. В частности, планируется строительство объездной дороги у населенного пункта Турара-Рыскулова и двухполосного тоннеля длиной 840 метров. В настоящее время строительство объездной дороги завершено. Осталось завершить подъездные пункты. Пути к тоннелю протяженностью 4 километра. Что касается строительства тоннеля, то в направлении Тарас-Шимкент полностью завершены буровзрывные работы и возведение монолитного бетона. Ведутся подготовительные работы для дорожного покрытия и дренажного устройства. Ведется бурение по правому туннелю, то есть по направлению Шимкент-Тарас, а также строительство 345 метров монолитного бетона. Завершение работ намечено на ноябрь этого года. Аким области раскритиковал подрядчиков за медленность строительных работ и поручил генподрядчику активизировать работу. Руководителям госорганов поручено строго контролировать ход строительства и довести работы до конца. Затем Дархану Сатыбалды презентовали состояние Цулькубасской районной детско-юношеской спортивной школы номер 3. Здание построено в 1904 году. Первоначально было открыто как церковь. В 1987 году объект был переименован в Цулькубасскую районную детско-юношескую спортивную школу. Спортсмены школы за 2022-2023 годы завоевали 7 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых наград на чемпионате области, 6 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых наград на чемпионате РК. Здание школы обветшало. Для спортсменов не предусмотрены специальные раздевалки, ванные комнаты, не созданы комфортные условия. В связи с этим необходимо было построить новую современную спортивную школу в селе Шакпак-Баба. На разработку проектно-сметной документации на строительство спортивной школы должны быть выделены средства. Глава региона отметил, что данный вопрос будет изучен и по нему примут соответствующее решение. Глава региона отметил важность массового спорта и поручил ответственным руководителям взять вопрос на контроль. Аружан Жиренбаев, Асылбек Мансурхан. Новости.